Можно. Спасибо большое за другу, за такие хорошие вкусняшки, подарки нашим маленьким хвостикам. Мы будем очень благодарны, что помощь нам поступает. Да, сейчас мы передали сухие влажные корма для мини-приюта Ирины Сараны. Они живут в обстреливаемом районе, очень тяжелая там ситуация, и котики все холеные, все красивые, но их очень-очень много. Так что с благодарностью вам за помощь, передаем все Ирине. И еще раз большое спасибо вам за удруг.